времени суток, дорогие друзья, с вами Татьяна Курячая. Сегодня у нас второе занятие по стартовой программе. И занятие называется «Зачем мне стартовая программа?» и «Как я могу ее использовать для развития моей структуры?» Сегодня будет очень техничный урок, очень много будет цифр, очень много будет расчетов. Поэтому я рекомендую вам взять обязательно тетрадь и ручку, и желательно, чтобы вы положили рядом с собой калькулятор. Потому что если вы будете меня перепроверять, самостоятельно рассчитывать, тогда вы точно никогда не забудете, как это делать. Итак, первое, над чем мы сейчас начнем с вами работать, это вообще, зачем она нужна, стартовая программа, кому она выгодна. То, что она прекрасная, мы уже с вами поняли по первому уроку. А теперь, чем она выгодна и кому она выгодна. Помню, те люди, кто проходил у меня обучение, как работать правильно с клиентами, они, вероятнее всего, запомнили, что с клиентами нужно работать на их интересах в первую очередь. А здесь у нас приходят новые консультанты, новички, привилегированные покупатели. И они те же самые клиенты, которым бы мы продавали продукт. И поэтому в первую очередь, чтобы работать с новой стартовой программой, необходимо думать о тех людях, кому мы предлагаем зарегистрироваться в компанию Faberlic и кому мы предлагаем эту стартовую программу. Итак, первое, что кому она выгодна, это самим новым консультантам. Я пишу новым консультантам, хотя кто-то будет просто привилегированным покупателем. Я не хочу писать новички, но вы поймете, НК – это новый консультант. Это тот человек, который зарегистрировался в компанию. Смотрите, чем она выгодна? Во-первых, теми преимуществами, которые дает сама компания и дает сама стартовая программа. Преимущества. Преимущества. Но еще эта стартовая программа, работая с новичками, дает мотивацию для новичков. Мотивацию. Мотивацию для новичков. Я буду писать НК, чтобы сокращеннее было. Вот смотрите, стартовая программа мотивирует новых консультантов в течение полугода делать определенные закупки на определенную сумму. Не заставляет, а мотивирует, потому что те прекрасные подарки, которые может получить новичок, это подспорье для него, это радость и удовольствие. Но еще здесь, в этой ситуации, компания предоставляет нам возможность, не вкладывая денег, мотивировать наших новичков. То есть это выгодно не только новичкам, но еще и выгодно нам. Согласны со мной? Потому что если мы будем рассказывать нашим новичкам или тем людям, которые собираются прийти только в компанию, и показывать все преимущества, которые стартовой программы, и насколько высока мотивация у них будет, насколько им будет приятно это получать, тем больше новичков мы пригласим, и тем большее количество людей согласится и захочет сотрудничать с компанией Faberlic. Это первый момент. Второй момент. Есть еще у новичков это разница с продаж. Ну, может быть, я не буду говорить с продаж, потому что не все будут продавать. Я напишу разница с каталога. Разница с каталога. Многие мне задают вопрос, как я регистрирую людей, чем я их мотивирую. И вот сейчас, конечно, у меня другой опыт уже, и интернет-технологии, и мой блог, и мое обучение, и реклама, и все остальное. Но было время, когда я точно так же, как многие из вас, ходила с листовочками, ходила с каталогами, ходила и работала с людьми именно на земле офлайн. Что же я предлагала людям? Вы, наверное, каждый сталкивались с такой ситуацией, когда вы предлагаете человеку зарегистрироваться, он говорит, не-не-не-не. У него срабатывает страх, потому что очень много сетевых компаний, которые обязывают клиента покупать на очень большие суммы.
У нас нету таких обязательств. У нас есть мотивация. Если клиент, зарегистрировавшись в компании, не желает идти по программе, никаких проблем. Никто его не будет обязывать выкупать на большие суммы продукта. Если ему это интересно, то это, в принципе, ему в помощь. Вот смотрите, существует разница с каталогом. Что это такое? Сейчас. Что это может быть? Экономия или прибыль? Многие мне отвечают, конечно же, экономия. То есть получается, когда консультант, новичок, ну вообще консультант компании Faberlic или сетевой какой-нибудь компании приобретает продукт по каталогу, не по каталогу, а по другим ценам, то идет экономия. Но я бы вам сказала, что здесь есть еще и своего рода прибыль. Потому что если бы человек не зарегистрировался в компанию, то у него не было бы этих эксклюзивных цен, которые дает компания после регистрации. Соответственно, получается, что он, экономя на разнице с каталогом и с прайсом, он на эти деньги, если, вот знаете как, по-другому скажу, если человек пришел и покупает то, что ему необходимо, и считает это по каталогу, то вот эту разницу, если он отложит, то он может накопить, и именно это будет его прибыль. Это как раз будет те деньги, благодаря которым он сможет купить себе что-нибудь другое. Когда я работаю с новичками, я говорю, вы можете сэкономить себе на новое шикарное платье или на сапоги. На что-то вы сэкономить можете приобрести это. Но я не буду здесь вдаваться в подробности. Мы с вами сейчас рассмотрим табличку, как я это делаю. Когда клиент, которому я предложила регистрацию, и он сомневается, он говорит, я не буду работать, например, или он говорит, я не смогу продавать, то я ему говорю, есть другой момент, который у вас есть привилегия. Это помимо стартовой программы, он говорит, какая привилегия? И я тогда рисую ему табличку. Сейчас здесь я переверну. И вам нарисую определенную табличку. Вот смотрите, я определенные позиции предлагаю всегда всем клиентам. Потому что есть, вот знаете, как костяк определенный, которым пользуется практически каждый. Естественно, когда я предлагаю эту табличку, кто-то отказывается и говорит, нет, вот это мне не надо, а вот вместо этого я бы что-нибудь другое взяла. Но я это предлагаю. Всегда. Меня многие спрашивают, как у тебя так получается, что ты можешь продать на большую сумму? Или, например, что твои привилегированные покупатели берут на большие суммы? Я просто им предлагаю выгоду, которая им подойдет. То есть продукт, который подойдет им. И если человек, например, говорит, нет, вот этот продукт не хочу, то мы его меняем. И там может быть другая сумма. Ну, чисто как основу я вам дам это. Смотрите. 52-60. Это тушь. Клиент может взять любую тушь, но тушь берет практически каждый человек, который приходит в компанию. Я не знаю, как у вас, у меня всегда, потому что каждая женщина пользуется тушью. Может быть, она выберет другую. Это тушь секрет новая, которая обновленная и пришла опять. Вот смотрите, цена каталога. Вот здесь будет цена каталога, а вот здесь будет цена прайса. Прайса привилегированного покупателя. Цена каталога у нас здесь получается 299, а цена прайса получается 239. И по баллам это будет 4,35. Я сразу прописываю баллы, потому что именно баллы дают привилегию и в стартовой программе, сразу приучая людей, чтобы они отмечали и считали свои баллы. Следующее, что обычно берут практически все, это
Я всем предлагаю пенку для умывания серия премиум. Я просто сама ее безумно люблю. Этой пенки хватает практически на 8 месяцев. Она экономична, она замечательно ухаживает. Я просто рассказываю все преимущества. Да, она не дешевая, но она стоит того, потому что если разделить ее сумму на 8 месяцев, то вы увидите, насколько она недорогая. Смотрите, я всем предлагаю, ну, конечно, не девочкам молодым, а взрослым женщинам, 0,3-0,3. Пенка. Пенка для умывания. Стоимость пенки 359 рублей. 359 рублей, а по цене привилегированного покупателя 287. И по баллам это 5,22. 5,22. Сейчас покажу одну фишечку, как я это делаю. Это тоже есть у меня урок по поводу, как работать с каталогом, как его оформлять. У меня не просто, я вот так людям говорю, чтобы им непонятно было. У меня всегда есть каталог, в котором есть вот такие стикеры. Я просто открываю, говорю, вот эта замечательная тушь, она просто уникальная. Она в составе имеет масла, которые восстанавливают структуру наших ресничек. Показываю, понимаете? Не просто говорю голословно, показываю. Дальше, например, дальше у меня идет пеночка. Пеночка для умывания, чтобы человек ориентировался. Пенка для умывания. И так у меня на каждую позицию есть. Вы сможете взять каталог свой и посмотреть, потому что следующая это будет вот серия Аква, она подходит практически для всех. Сейчас мы ее запишем. Так. Мы записываем серию Аква. Смотрите. Нет, мы здесь еще кое-что пропустили. Я всем рекомендую определенный крем-эликсир для век. Он идет с гиалуроновой кислотой из серии премиум 0301. Шикарный крем, потрясающий, отбеливает века. Но я не буду вам об этом рассказывать. Крем для век. Да, он дорогой, но его нужно прям граммулечку, его хватит надолго, и очень хороший эффект по результату от этого крема. Крем для век стоит 499 рублей и по цене прайса 399. По баллам это идет у нас 7,25. Я предлагаю и дорогой продукт, и не очень дорогой, для того, чтобы у человека был выбор. То есть он видит, что есть определенные позиции, которые относительно недорогие. И вот сейчас как раз мы о них будем говорить. Можно, конечно, сюда добавить более дорогой тоник. Но я, в принципе, предлагаю недорогой 0417 и серии Аква. Как раз вот то, что я вам показывала, вот из этой коллекции. 0417. Это тоник увлажняющий, он подходит абсолютно для всех, он успокаивает кожу. Это тоник. Я прям прописываю эту табличку, я не готовый вариант даю, а мы прям прописываем. Я говорю, давайте я вам покажу, я показываю клиенту каталог, что я рекомендую ему, и вот это делаю. Это удобный вариант, очень удобно, когда вы начнете так работать, вы просто потом это запросто будете делать. Смотрите, здесь у нас получается 139 рублей. Видите, разница уже пошла? То есть относительно недорогой. И для привилегированных покупателей 111 рублей. И идет у нас 2,02 балла. Дальше. Следующее у нас идет крем дневной и крем ночной. 0,401, 0,402. Потрясающие крема, которые создают депо в коже, заполняют его увлажнением, и потом, насколько коже нужно, столько кожа сама и берет. Шикарная серия, относительно недорогая, я бы сказала, вообще совсем недорогая, но эффект от нее потрясающий и нравится практически всем. Все удовлетворены именно этой серией. Тут у нас получается дневной крем, 100 дневной крем. А это ночной крем. По стоимости у нас выходит, дневной идет 189 рублей. Я сейчас объясню, зачем мы это делаем. Дальше. 151 для привилегированных покупателей. Получается 2,75 баллов.
Здесь у нас 199 ночной крем и 159 для привилегированных покупателей. По баллам это у нас 2,89. Дальше. Дальше обязательно я предлагаю наш любимый Новафтем. Это то средство, которое добавляется во все наши крема. Это как раз трансдермальный переносчик. Ну, это еще Новафтем, это то средство, которое как мини-аптечка дома. Не дай бог, что случись, ранка какая-то, порез, ожог. Или, например, у вас какая-то аллергическая реакция. Или у ребеночка, например, предположим, потничка. Вот именно вот это средство, оно очень быстро приводит вашу кожу в порядок. И очень быстро восстанавливает вот эти проблемки и убирает их. Это Новафтем. Я могу о нем рассказывать долго. Сегодня не эта задача у меня. Вот смотрите. Его тоже хватит надолго. Он просто у вас стоит на полочке. Вы пользуетесь, когда он вам пригодится. 299 и 239. Это я вам говорю цены этого каталога. В другие месяца могут быть другие цены, поэтому вы ориентируйтесь. 4,35 балла. 4,35. Дальше. Новафтем нужен всем. Вот однозначно. Дальше. Я всем предлагаю гель для интимной гигиены. Шикарнейшее средство. Потрясающий продукт, потому что вот его даже можно использовать не только женщинам, но и мужчинам. То есть это средство как антибактериальное, и в то же время pH совпадает со слизистой нашей. И то есть не повреждает и не пересушивает. Рекомендую всем. 8711. Это для интимной гигиены. Разрешено беременным, разрешено вот всем абсолютно, даже деткам, даже детки, деток, те, кто использует, но об этом продукте потом, вот точно не пожалеете никогда. Гель для интимной гигиены у нас получается 109 по каталогу и 87 по цене привилегированного покупателя. 1,58 балла. Дальше, следующий продукт у нас получается, который я всем предлагаю, это гель для душа. Сейчас покажу коллекцию, напишу. Гель для душа, 84. Гель для душа можно предложить любой. Я просто показываю, который большой объем, а по стоимости очень, очень приемлемо. 84,37. Гель для душа. По стоимости он идет в каталоге 79 идет по цене привилегированного покупателя и балл 1,44. Сейчас я вам покажу, чтобы вам легче было ориентироваться. Видите, мы с вами до Новафтема дошли. Подождите секунду. Вот смотрите, серия Аква, это вот тоник, крем дневной и крем ночной. Теперь дальше. Сейчас перелистну. Покажу вам Новафтем, который рекомендую всем абсолютно. Я считаю, что это обязательно должно быть у вас в аптечке. Вот он. Так, вот он. Вот. Вот Новафтем. Обязательно. Дальше у нас идет гель для интимной гигиены. Гель для интимной гигиены. Вот эта коллекция есть для чувствительной. Можно, они по одной цене, можно для чувствительной, можно просто. Я очень люблю вот этот. Рекомендую всем. Дальше у нас идет гели для душа. Гели для душа можно предложить любые. Но я обычно рекомендую вот эту коллекцию. Потому что здесь огромное количество выбора ароматов. Это раз. Во-вторых, очень большой 320 мл объем. А стоимость, вы сами видите, 99 рублей. Или для... по цене зарегистрировавшись всего 79. Просто смешно. Следующая позиция, которая у нас будет именно в этом списке, который я предлагаю клиентам, это обязательно серия для дома.
У каждого есть дом, особенно у каждой женщины есть дом. И каждая женщина желает, чтобы его, ее семья была здорова, чтобы средства, которыми она пользуется, для мытья, для уборки, для стирки, чтобы эти средства не были вредными. Потому что вы сами знаете, какое огромное количество сейчас вообще аллергических реакций и сколько много всевозможной химии. Поэтому я предлагаю обязательно средства для дома. Очень ускоряет процесс, экономично, безвредно абсолютно, без фосфата и по стоимости очень приемлемо. И знаете как, эффект замечательный. Смотрите, что я предлагаю. Первое, гель для душа. Я предлагаю мыло для посуды. Можно предложить любое, ну вот это мне очень нравится, мыло для посуды. Потом я предлагаю для духовок средства, для плиты духовок. Здесь 3 однерки 97, здесь 4 однерки 9. Для духовок. Дальше я предлагаю обязательно универсальное средство, которое можно вот хоть где мыть. То есть при любой уборке использовать. Замечательно отмывает и не оставляет пятен. 4 однерки 7. Универсальное. Универсальная. И дальше для ванной комнаты обязательно, потому что мы все чистим ванну, но чтобы так очистить, я ни одного такого средства не видела. Или повреждается ванна, или пятна остаются, или не очищается. На, вот средство в компании Фабрик шикарно очищает. Мой партнер записала ролик, и вы его, возможно, может быть, когда она его выложит, вы его увидите. Это просто уникально. Так, вот смотрите, для ванны 3 однерки 20, для ванны. Каждая хозяйка хочет, чтобы дом у нее был чистым. И обязательно средство для унитаза, обязательно. Вот про каждый продукт я потом, может быть, запишу вам ролики, чтобы вы понимали, чем уникальны они. Для унитазов я напишу унитаз. Давайте мы теперь по ценам распишем. Мыло для посуды стоит 179 в каталоге и 143 привилегированные покупатели. Это я вам рассказываю цены этого каталога. Я вам говорила, что могут они измениться. 2,6 балла. Дальше идет у нас для духовок 125, на него сейчас очень большая скидка. 100 рублей для привилегированных, 0,91 балл. Дальше у нас идет для унитазов 169 рублей, привилегированный 135, и по баллам это 2,45. Дальше, для ванной комнаты 199 в каталоге, для привилегированных 159. И по баллам. Вы просто пока записывайте за мной, а потом я вам объясню, зачем мы это делаем. Вы потом сможете самостоятельно свой список составить. Про тот список продукта, который вы можете предложить. Так, 2,89 баллов. 2,89 баллов. Дальше, для унитазов. Здесь универсальный был. Сейчас для унитазов сейчас очень большая скидка. Всем рекомендую, возьмите себе и маме. У меня маме 80 лет, когда я ей подарила, принесла это средство, она говорит, ну зачем ты вот это приносишь, я что-нибудь подешевле. Но когда прошло 2 дня, и когда она почистила, использовала это средство, она мне говорит, Таня, мне раньше даже иногда приходилось средства вот такие жесткие использовать, и щетки, чтобы очистить. А это, говорит, элементарно, нанесла, полчаса постояли, ёршиком почистила, никаких пятен, никакой желтизны. Шикарная вещь. И запах очень хорошо убирает. То есть запах, и потом, знаете, как пленочка покрывается, ой, я уже рекламирую, ну же обожаю его. Пленочка покрывается и очень долго не загрязняется. И 100 рублей для привилегированных, и по баллам 0,91. Вот когда очень большая скидка, по баллам там идет поменьше. Смотрите, здесь еще какой момент. Я рекомендую всем средства, порошок. Вот смотрите, давайте я вам покажу. Во-первых, средства для мытья посуды.
Раз. Тут можно и другое взять. Это средство для духовок и плит. Дальше. Это средство универсальное, про которое я вам говорила, что можно добавлять и не оставлять никаких пятен. Дальше. Тут можно вообще любое средство предложить, потому что все средства для дома шикарные. Это вот для ванны, а это для унитаза. Дальше. И я всегда предлагаю порошок для цветного белья. Во-первых, он экономичен. Раз. Во-вторых, этот порошок, он действительно вымывает старый порошок, который уже на нашей одежде, ну как вот, осел, и одежда наша стала более блеклая у многих. Я не говорю про всех, если... Но вот я заметила, когда я начала стирать этим порошком для цветного белья, мои вещи стали более яркими, то есть черные, розовые, желтые, прям яркий цвет, и очень хорошо вымывает и жирные пятна, и все остальное. Поэтому я предлагаю для цветного белья, его надолго хватит, тем более вот когда, например, мужчинам стирают, у них же в основном одежда не яркая, а вот темная, и она со временем, когда ее стираешь часто от грязи, она становится какая-то серая. Вот этот порошок сохраняет цвет, и я рекомендую его всем. И здесь я тоже рекомендую людям обязательно его взять, попробовать, и они потом мне просто спасибо скажут. Итак, смотрите, я говорю, порошок 3 однерки 57. Порошок цветной, я напишу. По стоимости он идет 459 рублей. 459 рублей. И для привилегированных 367 рублей. И по баллам это 6,67. И конечно же, я всегда предлагаю наши шампуни. Потому что каждая женщина ухаживает за своими волосами. И каждая женщина хочет быть красивой. Вот здесь вот можно любой шампунь предложить. Сейчас я открою, покажу вам. Здесь можно любой шампунь предложить, но я вот сразу записала вот эту серию. Эта серия как раз антивозрастная, которая восстанавливает и структуру волоса, и кожу головы очищает, и еще и корни. Ну, в принципе, их огромное количество, и можно предложить любые. Вот я запишу сейчас вот эти. Смотрите, каталог я уже откладываю. Мы с вами записываем шампунь 89-68 и бальзам, кондиционер 89-69. Смотрите, стоимость каталога это шампунь, это кондиционер. Стоимость каталога идет у нас 129 и 129, а стоимость привилегированного покупателя 103 и 103, и по баллам это у нас получается 1,87 и 1,87. Сейчас объясню, почему такой большой список. Если вот эти все цифры сложить, и вот эти все цифры сложить, я обычно складываю и показываю своему клиенту. И говорю, вот смотрите, если вы будете у меня просто приобретать продукцию, то вам обойдется это по определенной цене. Мы сейчас ее запишем. Если вы оформитесь в компании Faberlic, зарегистрируетесь, то у вас цены будут другие, и, соответственно, будет другая цифра. И считаю баллы. Давайте мы сейчас с вами это посмотрим. Посмотрим и того, что у нас получится. Смотрите. Итого. По цене каталога получается 3705 рублей. Я пишу это клиенту. По цене, если вы зарегистрируетесь, то у вас будет 2961 рубль. И по баллам это 52,62. Я специально строю определенную схему,
определенную схему и составляю список, чтобы получилось 50 баллов. Другое дело, если клиент скажет, нет, мне давайте вот это уберем, это уберем, это уберем, это берем, а вот это я возьму. Но очень часто многие покупают сразу же на 50 баллов. Когда вы предлагаете именно продукт определенный, про него рассказываете, вот сейчас я вам вкратце рассказала, а можно про каждый продукт прям вот так рассказать. И показываете, вас какая цена устраивает? Вот такая или такая? Вам какая больше нравится? 99,9% говорят, конечно, это. Я говорю, тогда проблем нет. Фамилия, имя, отчество, сотовый телефон, электронный адрес и место проживания. Все. Они говорят, и все, что ли? Я говорю, и все. А они говорят, и что, сразу выкупать? Я говорю, нет, вы можете не сразу. Вы можете посмотреть. Может быть, что-то мы с вами другой список составим. Вы заказ сделаете тогда, когда вам удобно. В течение 3 недель у вас есть уникальная возможность купить этот продукт, когда удобно вам. И люди говорят, что правда, все так просто. Я говорю, да. Они говорят, все, вопросов нет. Они мне пишут свои данные, мы их оформляем, и им приходят 2 смс-ки, один с номером и паролем, другой с кодом подтверждения их телефона. Все. И уже человек может сам зайти в личный кабинет и самостоятельно сделать заказ. Но я ей уже составила этот список и ей уже отдала. И этому человеку. Этот человек уже реагирует совершенно по-другому. Смотрите, что дальше получается. Вот смотрите, если из этого каталога вычесть цены привилегированного покупателя, то выгода, помните, мы говорили, выгода должна быть у них, выгода, или по-другому экономия, составит здесь 744 рубля. Плохо, что ли? Все равно все покупают для дома, шампуни, крема для лица покупают, тушь покупают. Все равно человек покупает. Согласны со мной? Каждая женщина покупает. Ни одного не знаю. Ну, бывает, которые там крема не будут. Хорошо, пусть наберет гели для душа. Какие проблемы? Пусть наберет несколько порошков, несколько средств для унитаз. Какая разница? Мы все равно ходим в магазин, все равно покупаем. Скажите, где мы экономим такие суммы? Да навряд ли. А вот здесь уникальная возможность сэкономить 744 рубля. Смотрите дальше. Но ведь человек, который пришел, вот, например, в этом периоде, в 13-м, в следующем будут другие условия. Во-первых, он проходит по условиям. Согласны? Он проходит по условиям. Соответственно, он еще получает на первом шаге подарок. Знаете? Сейчас, если там я показывала вам шампуни было, то сейчас уже на этом шаге в подарок порошок. Мы для цветного купили, а в подарок получим вот такой порошок. 3 килограмма, экономичный. Вот он 3 килограмма, но его хватает на огромное количество стирок. На 25 стирок хватает, потому что он экономичный. Смотрите, плюс к этой выгоде, я человеку говорю, вы помимо того, что вы сэкономите вот эту сумму, вы еще плюс к этому получите на первом шаге порошок всего за 1 рубль. А помните, мы с вами тут считали, сколько у нас стоит порошок? Помните, мы писали, где он у нас? Порошок цветной, 400, вот он идет, 459 рублей. Человека же, он же еще не зарегистрировался, 459. Смотрите, я ему показываю, 459 рублей минус 1 рубль, потому что вы получите за рубль. Что получается? 458 рублей вы опять экономите, ваша выгода. Понимаете? Вот одна выгода. Вот вторая выгода. А если эти две выгоды сложить, сколько получается? Получается, если эти две выгоды, вот эту вот и вот эту вот сложить, получается 1202 рубля. И я задаю вопрос, вам это интересно? Они говорят, конечно, интересно.
и вопросов никаких нет. И человек регистрируется, и ему хорошо, и мне замечательно. Согласны? Теперь смотрите дальше. Если он делает заказ на 50 баллов, следующий этап, так, если он делает на 50 баллов заказ, помните, мы там 52-62, вот, то смотрите, то у него есть еще одна выгода, и я ее сразу же показываю. Если он делает на 50 баллов заказ, то в следующем периоде у него будут цены консультанта. Где-то на минус 10% он опять сэкономит. То есть, я вот, знаете как, я записывать не буду, вы посмотрите сами в прайсе, но я их к себе записала, я зачитаю. Вот смотрите, тушь будет стоить 221 рубль, а пена будет стоить 266, видите разницу? Крем для век будет стоить 370, видите разницу? То есть у него будут, я ему показываю, вот вы это сделаете, вы это выкупите в первый период, ну вот в первый раз, как вы пришли вот в компанию, в следующем периоде, в 14-м, у вас уже будут другие цены. Зачем это нужно? Смотрите. Другие цены дадут новое преимущество, новую экономию. Знаете сколько? Вот получается, вот видите у нас 2961, 2961 рубль. Минус по новым ценам консультанта у него получится 2745 рублей. И это еще дополнительная экономия 216 рублей. Помимо вот этих вот 216 рублей. Неплохо? То есть человек начинает экономить. Смотрите, дальше какой момент. Если у нас по каталогу вот такая стоимость, 3705 рублей, это стоимость каталога, а человек приобретает продукт уже на следующий период вот по такой цене, 2745 рублей, то его общая экономия получается 960 рублей. 960 рублей. Неплохо? Неплохо каждые 3 недели экономить по 960 рублей. Потому что сходите в магазин. Сходите, посмотрите стоимость. Конечно, если наши клиенты не покупают очень уже дешевое, совсем некачественное и вообще непонятно какое, тогда да. Но если люди покупают качественный продукт в магазине, то там намного дороже, чем вот я вам показала. И, соответственно, там точно не сэкономишь вот такую сумму. Даже при любых акциях может быть скидочка какая-то, но не такая. Поэтому обратите внимание. Смотрите, что получается. Я ему это показываю. Плюс говорю, вот это экономия, вот преимущество, вот преимущество, вот преимущество. Если вы делаете 50 баллов постоянно, то у вас вот это преимущество. И плюс сама стартовая программа. Сама стартовая программа. Помните, нет? Сейчас я вам открою, потому что многие, может быть, кто-то не смотрел первый мой урок. Сейчас, подождите секундочку, я вам покажу, какое там преимущество. Помните, мы с вами определили, что если человек делает по 25 баллов, у него вот такая экономия. 11 807 рублей. Если он делает 50, а мы ведем на 50, то он экономит 12 857 рублей. То есть вот это вот. Вот, сама стартовая программа нам дает, смотрите, 12 857 рублей. 12 857 рублей. Это экономия от стартовой программы и шикарные подарки, о которых мы с вами говорили. Но здесь вот я не буду углубляться по стартовой программе. Если вы не смотрели первое видео, посмотрите его, тогда вам будет более понятно. Итак, давайте подведем итог здесь.
подведем итог. Что получает новичок, который только пришел в компанию и начал покупать продукцию? Что? Я же много вам говорила, давайте подведем итог. Первое. Он получает с каталога по ценам привилегированного покупателя. Что? Помните? Он получает 744 рубля. Экономию. Помните, мы говорили? Дальше. Это что такое значит цены привилегированного покупателя? Еще раз повторю. Те, кто делают до 50 баллов. А если он только пришел, естественно, он первый раз делает заказ, и, соответственно, у него до 50 баллов. Дальше. То есть тот, кто до 50, или новые консультанты. Второй момент. Второй момент, что получает. Экономию с каталога, когда уже цены консультанта. Цены консультанта. Это, помните, мы говорили, более 50 баллов. То есть 50 и более. Это вот тогда, если человек делает, то в следующем периоде у него встают цены консультанта. Сколько он здесь? Если у нас здесь было 744, то здесь у нас получается идет 216 дополнительно рублей. 216 рублей. Третий момент. Здесь, знаете как, приблизительно 25%. Там плюс-минус, приблизительно 25% он получает. Здесь приблизительно 35% он получает. То есть разница это. Дальше смотрите, смотрим. Он получает подарок. Третье. Подарок. Подарок на первом шаге. Сейчас у нас порошок, поэтому мы эту цифру фиксируем. В следующем периоде будет что-то новое, там следующую цифру будете для него фиксировать. Смотрите, в подарок. У нас здесь получилась экономия 458 рублей. Помните, да? На порошок. То есть получается, если здесь 25% он экономит, здесь 35%, то здесь 100%. Ну там 1 рубль, это я считаю, что это 999,999. Я напишу 100%. Так? Следующий момент. Четвертое. Выгода по всей стартовой программе. Выгода по всей стартовой программе для новичка. Она составляет 12,857 рублей. 857 рублей. Смотрите. Что мы делаем дальше? То есть это за один период получается. А мы теперь сделаем. У нас же стартовая программа рассчитана на 8 периодов, правильно? На полгода, на 8 периодов. Давайте мы рассчитаем эти цифры, прикинем, если он за 8 периодов какую экономию получит. Вот смотрите, 8 периодов умножить, помните, у нас там было 960 рублей. 960 рублей, он же не будет каждый период получать порошок. Поэтому возьмем чисто вот экономия с каталога по цене консультанта. 8 на 960 рублей. У нас здесь получится экономия 7680. 7680. Я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. Если нет, то потом пересмотрите. Дальше. Плюс сюда первый шаг. Первый шаг. Помните, у нас 458 рублей. И плюс у нас идет, плюс
со 2 по 7 шаги в подарки. Подарки, это первый ролик, смотрите. Шаги. У нас там получается 12 857 рублей. Берем вот это все, складываем. И у нас получается, что новичок, который пришел за 8 периодов, он получает экономию, выгоду, экономию, привилегию на 20 995 рублей. Это я вам показала чисто по продукту конкретному. Помните, в стартовой программе написано, те, кто просмотрел, экономия, выгода более 20 тысяч рублей, в зависимости от того, какой продукт будет. Вот где заложена эта экономия. Это если он пользуется, он уже за полгода сэкономит 20 995 рублей, практически 21 тысячу. Покажите это своему новичку, покажите ему, расскажите ему. И тогда навряд ли кто-то скажет: не, мне это не надо. Каждый второй скажет вам точно: мне это интересно. Вот о чем нужно рассказывать, а не просто ссылки сбрасывать, не просто говорить: ну зарегистрируйтесь, у вас будут подарки. Ну и что, ну подарки, ну и везде подарки, ну и что. Показывайте своим новичкам, возьмите, заведите тетрадочку, рисуйте на листочках, показывайте. Покажите людям, что они могут потерять, если они не придут к вам в структуру или в компанию Faberlic. Интересно? Интересно. А теперь мы будем двигаться дальше. Следующий у нас этап, это, помните, я вам говорила, если человек пришел, это вот здесь у нас как привилегированные покупатели. Как привилегированный покупатель он сэкономит 20 995 итого. Потом пересмотрите. А если к нам придет не привилегированный покупатель, а придет человек, который будет продавцом. Давайте мы это перелистнем и снова листа напишем. Чем выгодно для людей, продавцов, которые придут зарабатывать дополнительный доход или хотят иметь разницу с продаж, то есть получать доход с продаж? Продавцы. Продавцы. Если вы это им покажете, они точно начнут продавать. Смотрите. Помните, мы говорили о том, что экономия с 50 баллов получается приблизительно 960 рублей. Но это вот по этой конкретно 960. В каком-то моменте может быть немножко другая. Но в любом случае 960 рублей экономия. Так? Смотрите. Это он экономит. А если он возьмет и эту программку продаст, которую выкупит, то есть продаст своему клиенту, так? Смотрите, что получается? Получается, что он получает прибыль 960 рублей. Прибыль. То есть он купил по цене привилегированного покупателя, продал по цене каталога одному клиенту. Он получает прибыль какую? Конечно, также 960 рублей. Там могут быть транспортные расходы, и везде они разные, поэтому я здесь не учитываю, я показываю чисто. Там уже, когда транспортный, может быть небольшая разница. Хорошо? Надеюсь, вы понимаете. Продал. Продал, получил прибыль на 960 рублей. Так? Потом так думает. И что продал, а мне? Он берет и опять покупает на 50 баллов. Так? Опять получается, что он экономит на 960 рублей. Если вот это вот компенсировалось этим, так, то есть здесь экономия перешла в прибыль, то здесь он опять экономит, правильно? Что получается? 50 плюс 50, он делает 100 баллов. Я не буду показывать здесь объемную скидку, тут небольшая сумма, но в любом случае выгодно, выгодно. Он и заработал 960, и еще сэкономил 960. Так? Это же его прибыль получается. Экономия плюс заработок, получается у нас 1920 рублей.
Помните, я вам говорила, если каждый человек начнет то, что он экономит, откладывать в отдельный конверт, то он накупит на маленький броневичок. Я вам точно говорю. Или, например, на BMW X6. Потому что если мы всю экономию будем откладывать не только от компании «Фабрика» вообще в жизни, то, что мы обычно брали, а потом, то мы можем купить что-нибудь очень крупненькое. Ну, конечно, броневичок он не купит на 1920, но скажите, приятно, да? То есть он заработал и еще сэкономил. Смотрите, что у нас получается. У нас получается такой момент. Один набор, ну вот то, что мы с вами много писали. Вы же приглашаете всех одинаково, но уже спрашиваете, вы зачем пришли к компанию? Вы пришли просто пользоваться? Вообще, вот что бы вы хотели от компании «Фаберлик»? Или вы хотели бы зарабатывать? Человек говорит, да мне деньги нужны. Хорошо, тогда вы ему показываете. Один набор на 50 баллов, 960 рублей. Так? Согласны со мной? Второй набор на 50 баллов, еще 960 рублей. Третий набор. То есть он купил, продал, пошел выкупил еще один набор. Такой или подобный, но смысл понятно про что? Продал его, выкупил третий набор. Получается, опять на 50 баллов, опять 960 рублей. Так? Смотрите, что выходит. Сколько это клиентов? Если это весь набор, мы действительно предлагаем одному человеку. Всего 3 клиента. Согласны со мной? Конечно, если продавать по одной позиции, то тут сколько народу будет. А если взять просто 3 клиента и правильно их отработать, и всем 3 продать, то вы заработаете просто-напросто с 3 клиентов 2880 рублей. Это для тех, кому нужны деньги. Понятно? Скажите мне, пожалуйста, 3 клиента. Я понимаю, что вы не скажете, но подумайте, задумайтесь. Найти 3 клиента за 3 недели. Реально? Крупных клиентов. Не мелких по 1-2 позиции, а 3 крупных клиента на список, который я вам показала. 3 клиента за 3 недели. Сколько получается? По 1 клиенту в неделю. Правильно? То есть у нас здесь выходит 1 клиент в 1 неделю. В 1 неделе 7 дней. Если выстроить так свое время, то знаете как? Там ушки за один день, там ножки, там ручки. В конечном итоге вы так и наберете. За неделю, за 7 дней, ну, знаете, это я не знаю. Это вот, это значит, вы вообще ничего не делаете. Извините, не вы, а те, кто не может найти 3 клиентов крупных. Значит, они вообще ничего не делают. Потому что если бы они делали, то они бы просто-напросто заработали с продаж 2880. Приятно? Конечно, приятно. Причем здесь, смотрите, здесь еще получается 150 баллов, а там еще ого-го сколько преимуществ. Но я вам не буду рассказывать. Сейчас у меня не цель объемную скидку и маркетинг-план рассказывать. Поэтому я это не трогаю. Обратитесь к своим наставникам или сами сядьте и просчитайте. Потому что здесь ого-го приятно еще следующий этап. Но только с продаж. Только вот с продаж. Новичок к вам приходит и хочет заработать. Покажите ему. Вот эти экономии, помните? 20 с лишним. И вот здесь вот. Теперь смотрите. А если у нас произойдет такой момент? Перелистнем. Это мы с вами проговорили 3 набора, да? А если ваш новичок найдет 10 клиентов и продаст этим 10 клиентам 10, ну получается 10 клиентов, 10 наборов. Правильно? Правильно? Умножаем 10 клиентов. 10 клиентов умножаем на прибыль 960 рублей. Интересно? Что получается? Получается 9600 рублей
Доход с продаж. Здорово? Хотите, нравится вам продавать? Делать продажи у вас получается. Вначале не получается, потом получается. Какие проблемы? Нужно почти 10 тысяч. Вот, пожалуйста. Найдите 10 клиентов, которым продайте заказы на 50 баллов. Все. Смотрите. Хорошо, по-другому сделаем. У нас 3 недели, правильно? 3 недели. В каждой неделе 7 дней, правильно? Сколько получается? Значит, у нас выходит 21 день. 21 день. Если взять 21 день, разделить на 10 клиентов, 10 наборов, что у нас получается? Это в день. 2 и где-то 3 ты немножечко в день. То есть, по сути, это хорошая работа, найти 2 клиентов в день. Многие скажут, о, это нереально, абсолютно реально. Очень много знаю и директоров, и консультантов, которые замечательно продают и которые делают это запросто. И для них в день может быть и 4, 5, и 10. Это, знаете как, вопрос мотивации, вопрос денег, вопрос той ситуации, которая вас гложет, от которой у вас, помните, я говорила, аж горло перехватывает. Если вам нужны деньги, срочно, возьмите и поработайте. По сути, поработать и отработать одного клиента достаточно меньше часа. Я вам точно говорю. Вначале будет сложно получаться. В конечном итоге это будет получаться. Ну покажите это новичку. Хочешь деньги, вот тебе надо сделать вот это. Прикольно? Очень даже. Смотрите, практически получилось у нас 10 тысяч. Теперь смотрите другой момент. Ведь он не просто 10 клиентов, у нас же получилось 10 клиентов, а заказы-то на 50 баллов. Соответственно, сколько у него получается? 500 баллов. Он продаст на 500 баллов. Он может еще сделать 100, то есть найти еще плюс 2 клиента. Плюс 2 клиента по 50 баллов, чтобы получилось у него все-таки 600 плюс 100. Но если нет, то, в принципе, вот возьмем просто за основу 10 клиентов по 50 баллов, 500 баллов. Смотрите, какой момент. Берем как 500. 500 баллов, которые он сделал лично. Заработал с них 9600. Так? Заработок. Умножить на 44, это стоимость, в расчете объемной скидки стоимость балла, когда мы рассчитываем премиальные от компании. И умножить здесь получится 6%. Если он, конечно, доделает вот эти 100, то тогда получится 9% у него. Но мы берем вот 6. Мы берем 6. Вот он вот так сделал. 10 клиентов нашел. И вот здесь у нас выходит, вот считайте на калькуляторе, я сейчас запишу цифру. У нас здесь получается 1320 рублей, это премиальные от компании. Смотрите, здесь 9600. И здесь 1320. Итого общее у него выйдет 10 920. 10 920 за 3 недели. 3 недели. Даже не за месяц. Интересно? Но он пришел, он хочет больше. Тогда вы просто-напросто ему показываете. Вот ты за 3 недели, за один период сделал это. Давай вот эту сумму, если ты будешь это делать, каждый период, 8 периодов. Во-первых, ты по программе будешь идти, стартовой. Во-вторых, вот это давай умножим с тобой на 8 периодов. Тогда у тебя получится, если умножить, 87 360 рублей он заработает на продажах за полгода. Это по поводу денег. Кому нужны деньги? Заработает деньги. Он может это зарабатывать и откладывать. Понимаете? Броневичок маленьким можно уже кое-какой купить. Правильно? И помните, у нас с вами было, мы там смотрели, у нас была, это как его, сейчас покажу. Ага, не здесь.
Помните, вы говорили, что у него за 8 периодов будет экономия? Экономия и выгода. Помните? 20 995. Помните? Мы берем эти 20 995 плюс 20 995 рублей. Это то, что у него будет экономия. Если он это продаст, то значит это будет еще и заработок. Понимаете, о чем я говорю? И здесь тогда у него получится 108 355 рублей. Это у него получается 8 периодов. Это значит 6 месяцев. Кому нужны такие деньги за полгода? Если вам нужны большие деньги за полгода, начните просто это делать. Но важно другое. Если вы покажете человеку, который пришел зарабатывать, и покажете ему эти цифры, он просто это будет делать, потому что ему нужно это. Это его интересы. Это не ваши интересы, хотя вы, у вас здесь конкретно получаются и сбываются ваши интересы. Но в первую очередь это его интересы. Он и подарки получает, он и заработок имеет. Он и на продажах в конечном итоге накопит и маленький броневичок купит. Понятно? Теперь давайте посмотрим другой момент. Теперь по поводу лидеров. Наверное, сейчас лидеры сидят и говорят: а я-то уже в компании, а я-то уже не могу зарегистрироваться. Я вас поздравляю. Если вы своим новичкам покажете вот эти два этапа, привилегия для привилегированных покупателей, сколько он экономит, и привилегия для продавцов, если они будут продавать, то вам, лидерам, достаточно сделать вот таких несколько моментов. Для лидера, смотрите. Для лидера. Но самое интересное, что ваши консультанты, которые только придут к вам, новички, могут получить все то и стать лидерами, и начать работать так, как вы предложите, как начнете делать сами и предложите им это. Смотрите, если, ну будем говорить про вас, вам достаточно сделать, пригласить 6 продавцов. Вот тех продавцов, о которых мы говорили. Что у нас там получалось? У нас получалось, что продавцы там делают по 500 баллов. Мы даже не по 600 не берем. По 500 баллов. Умножить на 500 баллов. Что у вас получается? Вспоминайте математику. Квалификация директа. 3000 баллов. Ну, кто-то может скажет: ага, 6 продавцов. А если я не найду 6 продавцов? Хорошо, другой вариант. Смотрите. Вы находите 10 привилегированных покупателя, которые будут просто делать закупки на 50 баллов. Умножить на 50, у вас получается 500. Сами вы делаете. Сейчас. Сами вы делаете 100. Здесь тоже нужно сделать 100. То есть здесь тоже 100 или 50 баллов нужно обязательно сделать. Я просто не, вам как пример показала. Сами делаете 1 по 100, получается 600, правильно? И вы приглашаете 5, находите 5 продавцов. Получается у вас 5 по 500, получается 2,5. Итого у вас выходит сколько? 2, подождите, что-то не то я сказала, не 2, что я вам такое говорю, 3100 баллов, квалификация директора. Другой способ? Другой. Давайте посмотрим еще один способ. Я сейчас вам просто распишу, если кто-то скажет: я продавцов, я не знаю, вдруг у меня продавцы такие не появятся, а вдруг они будут делать по 100 баллов, или по 200 баллов, или по 300, а не по 500. Если. Давайте возьмем за пример. Мы просто приглашаем каждый период
привилегированных покупателей, но их мотивируем на покупку на 50 баллов. Потому что своего рода мы им предлагаем еще и стартовую программу. Помните, что если они по 50 берут, то это гораздо выгоднее. И вы их мотивируете. Соответственно, полгода в течение 8 месяцев, 8 периодов, вы четко понимаете, что привилегированные покупатели будут себе это покупать. Потому что им это очень выгодно, чтобы платить всего совсем немного и получать шикарные подарки. Давайте посмотрим. Здесь я буду перелистывать, вот честно. Ага, не хватит. Давайте будем начнем здесь. Итак, первый период. Вот, например, это первый период, предположим, в то время, когда вы смотрите видео. Вы приглашаете 10 привилегированных покупателей, которые будут делать по 50 баллов. Что получается? 500 баллов. Правильно? И вы сами, вы один делаете по 100. 100. Что у нас получается? У нас здесь получается 600 баллов. Групповой объем. Согласны? Вот так, первый этап прошел. Дальше мы делаем второй этап, второй период. То есть это не этот, а следующий. Следующие 3 недели. У вас было 10, правильно? 10. Вы пригласили еще 10. Возможно, вы будете приглашать в первую линию сами. Возможно, вот эти 10 пригласят по одному. И получится еще 10. Возможно, 5 ваших новичков пригласят, 5 вы пригласите. Здесь вы уже смотрите самостоятельно, как вам у вас будет получаться. Важно, чтобы в структуру пришло в следующем периоде еще 10. Получается 20 умножить на 50. Что у нас выходит? Считайте на калькуляторе. 1000 баллов. Сами вы делаете 1 по 100. 100. Соответственно, у вас получается 1100 баллов. Смотрите, какие сразу этапы. Вы только пришли, уже 600 баллов сделали. 600 баллов это уже хороший такой скачок. На следующий у вас вот уже, пожалуйста, уже этап близится к вице-директорству. Это старший лидер. Смотрите. Третий период. Так, здесь низко, давайте будем переходить дальше. Я буду помельче писать. Третий период. У вас было сколько? 20. Вы должны пригласить еще 10. Плюс 10. Получается 30. Так? 30 умножить на 50. Что получается? 1500 баллов. 1500 баллов. Не забывайте про себя, сами вы же на продажах еще, умножить на 100. Получается и плюс 100. Итого у нас выходит 1600 баллов. 1600 баллов. Это уже на третий период, представляете? Давайте смотрим дальше. Четвертый период. У вас было 30. Вы приглашаете еще 10. Вы или вместе с вашей группой. Помните, я говорил? Вы приглашаете еще 10. Если с вашей группой, гораздо проще будет. У вас получается 40. 40 обязательно делают 50, потому что мы им показываем преимущество 50, то, что я до этого вам говорила. Что здесь получается? 2000 баллов. 2? Потому что здесь, вот смотрите, 40, а нет, 40, подождите, секундочку. Да, 2000 баллов плюс ваши 100, не забывайте, сами 100. Итого выходит 2100. Вы уже старший вице-директор. Пятый период. Вас было 40. Вы приглашаете еще 10. Вас получается 50 умножить на 50 равно сколько? 2,5. 2,5. Сами делаете 100. Вот вам 2600. Правильно?
Шестой период. Вас было 50, приглашаете 10, вас становится 60. 60 умножить на 50, сколько получается? Вы директор. У вас на шестой период уже квалификация директора. 3000 баллов. Плюс ваши 100 будет 300. Квалификация директор. Это по поводу того, когда люди говорят: «Ой, я не знаю, когда я сделаю директора. А как я это сделаю?» Просто надо это делать. Выставить себе схему, а соответственно преимущество сейчас есть, стартовая программа есть, найти новичков, найти продавцов и начать двигаться. Дальше двигаемся. Смотрите, седьмой период. Вас было 60, вы приглашаете 10, вас становится 70, умножаете на 50 баллов. Что у вас получается? У вас получается 3500 баллов плюс ваших 100. 3600. Естественно, квалификация директора. Но смотрите здесь какой момент. Здесь вы открыли. Это у нас будет первый период, когда вы открыли квалификацию. Это второй, когда вы ее подтверждаете. Давайте смотрим дальше. Восьмой период. Вас было 70. Вы приглашаете 10. У вас получается 80. Умножить на 50 баллов. Так? Так? Смотрите. Получается 4000 баллов. Плюс ваших 100. 4100. Смотрите. Это идет третий период, когда вы подтверждаете квалификацию директора. Следующий момент. Девятый период. Это мы с вами год рассматриваем. Это как план на год. Девятый период. Вас было сколько? 80. Вы приглашаете 10. Вас становится 90. Умножить на 50 баллов. Что получается? У вас выходит 4500 баллов. 4500 плюс ваших 100. Получается 4600 групповой. И смотрите, и это четвертый период, когда вы двигаетесь по планке. Смотрите дальше. Вас было 90, это у нас десятый период. Вас было 90 плюс 10 пригласили, получается 100 человек. 100 умножаем на 50. Что получается? 5000 баллов. Ваши 100 получается 5100. Знаете, это что такое? Это квалификация старшего директора. Вы старший директор. Неважно, как лидеры у вас будут. Лидеры там будут или просто привилегированные покупатели. Вот, вы уже видите, куда двинулись. И это пятый период, когда у вас директор подтверждается. Давайте двинемся дальше, я хочу вам кое-что показать. Смотрите, одиннадцатый период. Одиннадцатый период. Вас было 100, вы приглашаете 10. Вас становится 110. Умножаете на 50 баллов каждый. У вас получается 5500 баллов. 5500 баллов. Плюс ваших 100. 5600. 5600. Смотрите. Это получается шестой период. Во-первых, вы старший директор. Вы даже увеличиваете у вас. Во-вторых, шестой период пока директор. Сейчас еще кое-что сделаю. До конца доведу, чтобы вы поняли. Нарисую вам на это. Ждите, пожалуйста. Вот давайте здесь мы, вот там же экономия, поэтому давайте здесь. У нас получилось, какой мы период закончили? Мы закончили 11 период. Теперь 12 период. В году 12 месяцев, но в компании Faberlic 17 раз
консультанты получают премиальные от компании, то есть объемную скидку, прибыль или как это называется, 17 раз в году. Тут всего 12 период. Вас было сколько? 110. Плюс еще 10. Вас 120. Умножить на 50. Что у вас получается? Смотрите. Что там у вас получается? У вас получается 6000 баллов. 6000 баллов плюс ваших 100. 6100. Помните, какой это у нас период получается? Помните, мы с вами смотрели, это у нас 6-й. Это у нас 7-й период, пока, когда вы уже квалификацию директора подтверждаете. Вы уже выросли, уже старшим стали, но подтверждаете квалификацию директора. Дальше. 13-й период. Это был 7-й. 13-й. Вас было 120. Плюс 10. Вас становится 130. Умножить на 50. Что у нас получается? 130 на 50, 6500 баллов. 6500 баллов плюс ваших 100. Получается 6600. Терпите, чуть-чуть осталось. Здесь 7-й период, здесь 8-й. И я вас поздравляю. Сейчас скажу с чем. Смотрите. 14-й период. 14-й период. Год даже еще не закончился. 14-й период. Вас было 130. Плюс 10. 140. Умножить на 50. 140 умножить на 50. У нас получается 7000 баллов. 7000 баллов. Плюс 100 ваших. И возможно там у вас уже директор растет. Под вами. Но важно другое. 7-100. Смотрите. Наступил 9-й период. 9-й. Что дает 9-й период, когда вы подтверждаете квалификацию директора? Во-первых, у вас 7-100. Представим, что это чисто привилегированные покупатели. 7-100 умножить на 44. Помните, я вам говорила? И умножить... Здесь у нас 23%, потому что вы директ, уже выше директора. На 23%. Это на вашу команду или лично для вас будет, смотрите, 71 852 рубля. Это премиальные от компании. Неплохо? Но здесь еще вот что. Из-за того, что вы 8 периодов держали квалификацию директора, точнее, не падали с нее, а росли, но не падали. Компания на 9-й период после 8-го дарит вам плюс 40000 рублей. Это и есть бонус квалификационный за квалификацию директора. Бонус. Квалификационный. Смотрите, 40 плюс 71 852 у нас получается здесь, смотрите что, 111 852 рубля вы, вот представьте, если вы с этого периода начнете, или вы в этом периоде зарегистрировались и начнете двигаться по этой схеме, то... Где-то приблизительно через 10 месяцев, там будет не совсем ровно 10, там 10, ну, приблизительно 10 месяцев. За 10 месяцев вы можете заработать только бонусами, только на 9-й период вот такую сумму. Но я вам еще не говорю, что здесь-то тоже идут премиальные, и здесь, понимаете? На каждом периоде у вас есть премиальный. Но по итогу, по сути, за 10 месяцев вы четко можете положить вот такую сумму себе в карман. Добавить к тем, помните, преимуществам. И купить маленький броневичок. Понятно? Но есть еще один момент. И я вам сейчас о нем скажу. Сейчас я найду свободное место для вас. Так. Ай-яй-яй, не получается. Сейчас найду свободное место, попробую вам показать. У нас было тут место свободное, подождите.
Так, хорошо, сделаем по-другому. Листочка даже не хватило, сколько мы сегодня с вами писали. Сделаем вот так. Смотрите, мы запомнили это, да? У нас здесь получается 14 период. Но у нас есть еще один момент. Смотрите, обратите внимание. Вы здесь старший директор, так? Смотрите, здесь у вас идет квалификация директора. Но ведь вы уже здесь первый период, когда вы старший директор. Здесь второй период, когда вы старший директор. Здесь у нас получается третий период, когда вы старший директор. Здесь четвертый. Здесь получается у нас пятый. И вам останется всего три периода. Три. Вот вверху пишу. Видно, нет? Смотрите. И вам останется три периода, после которых, выполняя то же самое, вы получите еще плюс 20 тысяч бонус квалификационно за старшего директора. Но у вас там уже растут директора. Вот здесь вот на таких квалификациях, вот на таком росте, уже там карабкаются лидеры, уже идут директора. Соответственно, вот вы будете продолжать дальше, вы получили один бонус через три периода, другой бонус, и уже в какое-то время, через три, через пять периодов, вы будете получать следующие бонусы серебряного директора, рубинового, золотого, бриллиантового. Важно другое. Тут получается 14, 15, 16, 17. То есть к концу года, ну, конечно, не к Новому году, вы же начинаете только сейчас, но за год вы можете заработать 111 852 плюс 20 тысяч и плюс объемные скидки за каждый период. Скажите, пожалуйста, хорошие подарки дарит вам компания? Замечательные ли вы цифры? Деньги можете получить, выращивая замечательных лидеров, приглашая людей в компанию Faberlic. Хоть на роль продавца, хоть на роль привилегированного покупателя, хоть на роль лидера, как у вас. Потому что если новички, которым вы покажете и эту схему, то у вас сразу разделятся три целевые группы. Люди, которые будут пользоваться продуктом, получать подарки и удовольствие. И скажут вам спасибо за то, что вы их пригласили и показали им это. Вторая целевая группа выделится продавцы, которые будут на продажах зарабатывать. Которым будет это нравиться, и они будут делать это запросто. И выделится третья целевая группа. Это лидеры. Лидеры, которые захотят делать то же самое, что делаете вы. А если таких лидеров у вас будет 5? Вот таких. Как думаете, какой объем у вас будет за год? Вот это вам домашнее задание. Сядьте и просчитайте дальше, что вы можете получить. Если вы не будете понимать, как считается объемная скидка, у вас есть наставники, вы можете задать им вопрос. И, может быть, пришло время зайти в личный кабинет, найти маркетинг-план и начать его считать. Потому что те, которые начнут и начнут сейчас это делать, получат очень много привилегий и преимуществ ваши новички получают, и вы получаете. С вами была Курячая Татьяна. До новых встреч! На следующем занятии мы с вами будем рассматривать продукт. Мы будем говорить о том, как работает продукт. У меня обозначен мастер-класс, но я решила не показывать, а рассказать, как работают пилинги, чем они отличаются. То есть каждый подарок я буду рассказывать, как он работает, как он воздействует на нашу кожу, чтобы вам еще проще было рассказать вашим новичкам об этой замечательной стартовой программе. Пока! До новых встреч! Следите за рассылкой!